В этом видео собран материал, который не вошел в предыдущие два видео, которые назывались «За елочными игрушками в магазин «Твой дом» и «Елочные игрушки фабрики Маруся by Ирена». Игрушек было очень много, поэтому вместить все в два видео было невозможно, а они все достаточно интересные. Этот Дед Мороз, на мой взгляд, был лучший. Добряк в санях и сани полные подарков. Классный Дед Мороз. Вертеп красивый, высота где-то около 25 сантиметров и, наверное, в ширину сантиметров 24, но цены пока нет, все выставляется, только выставляется. Игрушки немецкой фабрики Крепс. Всегда жду их с большим нетерпением и стараюсь сделать на них тоже полный обзор. Но в этом году приехала, наверное, рано, их только выставляли. И по разговору с продавцами магазина, в основном коллекция прошлого года. Таких шаров с вышивкой достаточно большое количество во многих магазинах. Просто разные по диаметру. Здесь диаметр около 15 сантиметров. На меня большое впечатление произвели эти бусы с кисточками. Решение интересное, не избитое и смотрится классно. Единственное – это цена.
стали появляться игрушки из бисера. Раньше я их не замечала. Эти шишки огромные, пластик, около 25 сантиметров, но смотрится очень хорошо. Ну вот, на сегодня все. Обзор завершен. Еду домой. Спасибо вам за просмотр. Всего вам самого-самого доброго.